вот есть и чернолощенка, и работа с глазурями, и дровяной обжиг, обжиг на дровах. Но объединяют все работы то, что они сделаны в традициях народного гончарства. Пожалуй, когда свистулька – это традиционный предмет, ну, это для детей делали свистулечки. Если только поверишь, что когда гончары приезжали торговать керамикой в деревню, да, они как бы раздавали детям свистульки. И дети, бегая по деревне, свистели, и, значит, взрослые знали, что приехал гончар, может продавать свою керамику. Ну, очень громкий свист, я немножко сейчас позвучу, ладно. Вот их брали в лес. То есть очень яркий звук у него. Это соломка. Это крынка. Это ваточки. Это уже такие. Или маленькая крыночка, можно ваточкой назвать. Это горшок с волохом. Ну, то есть крышечку можно вот так поставить. Использовать ее как посуду еще. Это вологодский традиционный горшок. То есть именно в Вологде их делали.